По недобросовестной конкуренции, что хотел дополнить вот данное выступление, что везде должны быть доказательства, документы. То есть, если вы пишете, что самое лучшее, то доказательства, документы, что это присутствует. Если вы пишете и говорите, что вот этот конкурент что-то с вас копировал, должны быть документы, доказательства этих фактов. Если вы что-то изобрели, то что вот по интеллектуальной собственности, товарному знаку, сделали товарный знак и что-то изобрели, должны быть документы, подтверждающие этот факт. Любые совершенно документы. Почему я на это акцентирую внимание? Мы тоже смотрели в Питере много дел. Вот, и по компании Redmond смотрели, по детскому миру смотрели, признавали нарушение, то, что по регистрации товарного знака, как раз вот детский мир, зарегистрировали и сразу всем претензии выставили о том, что это наш товарный знак, давайте вы все нам платите теперь. Вот, и выясняли по финскому маслу, и по Хейникен, по пивоварням и так далее. То есть много было дел, смотрели, очень интересных и глобальных. И именно возникает вопрос, вот когда степень смешения, либо товарный знак, либо еще что-то, процесс доказывания. То есть спрашиваем, они начинают рассказывать, да вот у нас там товарный знак, мы его изобрели 20 лет назад, или еще в советском периоде, мы им пользуемся. Ну документы есть, документов нет. Журнал «Желтые страницы» 90 какой-то год, я помню, мы приносили, показывали, что уже тогда было объявление с этим товарным знаком. Доказательства должны быть. Если, скажем, вы что-то изобрели, что-то придумали, но оформите это документально, приказ по компании, создать то-то, какой-то образец, получить еще что-то. Файлы, если вы кого-то наняли, вам это сделали, вам представили, сохраните эти файлы где-то в папке, пускай это все лежит там годами, десятилетиями. Возникнет вопрос, вы это все предоставите и покажете, что это мы разрабатывали и делали. Ну вот, это доказательство к тому, что по использованию, потому что много разлетается именно дел, когда нет доказательств, что это ваше. Ну вот. И приходится антимонопольным органам вот, по крупицам вот это, какие-то связи приводить, выводить, что да, что мы-то понимаем, что... Это задача стороны, доказать, в общем-то. Да. Вот такое присутствует. Поэтому такая просьба.